получится. Надо продолжить эту движуху свою. Да, только вечер начинается. Сейчас. Потеха начинается. Зайдем, да. Что-нибудь возьмем-то. По-любому. Что-нибудь. В любом случае, что-то оно будет. Что, сваливаем, пока ветер без камней? Эй, что вы тут делаете? О, братан, смотри, сторож проснулся. Ага. Дед, иди спать ложись, досыпай. Погнали, братан. А ну стой, кому сказал? Стойте! Стойте! Стой, кому сказал? Люди, помогите, пожар! Господи, кто-нибудь, помогите! Несколько вопросов. Только очень быстро, он в плохом состоянии. Расскажите, пожалуйста, что с вами произошло? После последнего удара я сосредоточился и пытался не подавать признаков жизни. Они не знали, что со мной делать. Тогда тот, кого звали Грити, приказал оттащить меня в стог соломы. Вдвоем они сделали это. Присыпали лицо соломой и подожгли. Когда солома загорелась, я услышал топот лошадей. Затем услышал крики людей, просил о помощи.
Здорово. Что за лошади, пацаны? Где такие взяли? Не взяли, там больше нет. Ты бери давай. Кони хорошие. Пятишка. Рубль. Да ты охренел, они обе пятак минимум стоят. Короче, ребята, полторашка. И свалили отсюда. Ладно, давай, пока кабак не закрылся, крохобор. Сядем, по 50 влепим. Закусим. Закусим, да. Официант. Так, что будем с этим делать вопросом-то? Да ты не переживай, выкини с головы этого лошару. Порешай на следующей неделе, что там, забудь. Ты как там съездил? Да шикарно, правда вторая сорвалась, зараза. Укатила. Якобы к маме. По делам. Так что все вышло не совсем так, как хотелось бы. Видимо, но ты тоже неплохо. Профилонил. Ну, возможно. Может быть, где-то моменты упустил. У тебя как? В выходные? Все нормально сейчас. Планы на будущее, движение. Нужно развиваться. Согласен, согласен. Здравствуйте. Привет, моя рыбочка. Нам на все, пожалуйста. Сегодня гуляем, красотка наша. Отлично. Выпить и закусить. И побыстрее, если возможно. Хорошо, отлично. Я как увидела, сток сена горит. Закричала: пожар, пожар. Хорошо зоотехник на месте был. Подбежали, увидели. Человек горит. Прямо в стоге сена. Это же надо же, живого человека подожгли. Вызвали скорую. Мы его зоотехником в эту скорую положили, затащили в эту машину. Он прямо дымится. Довезли его до больницы. 5 дней не прожил. Умер. Алло, братуха, здорово. Здорово, братан. Я не пойму, что у вас там происходит? Нормально все у нас. В кафе вот присел, отдыхаю. Антона взяли. Сваливать тебе быстрее надо, братан. Понял, спасибо. Продолжение следует...
здорово. Здорово. Слушай, я вот на тебя посмотрел тогда, а ты на меня похож. Мы с тобой не родственники. Ты когда родился? Я в октябре 16-го. А ты когда? Так я тоже в октябре. Да ладно. А я вообще даже доказать тебе могу. Я сейчас тебе покажу. Вот, смотри. Реально похоже. Удивительно, согласен ты? Уважаемые пассажиры, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности. Не трогайте оставленные без присмотра вещи. Сообщите о... Где, в глазах? Нет. Наряду позиции. Сначала на висках краснота. Да, да, да. Ну да. А тебе кепку надо снять, она тебя парит, походу. Добрый вечер, красивая девушка в форме. Ну, подскажите, через сколько отправиться? Через полчаса. Через полчаса? Да. А вы что стоите, скучаете? Может, вас кофе угостить? Спасибо, не надо. А что так? Ну, так, нету желания. Ну, извините тогда. Извиняю. Такая серьезная форма. Работа себе так позволяет. Сейчас же вы не на работе? На работе. В данный момент мы же ждем отправления поезда. Можно было как-то и разбавить. Форма придает серьезности, накажут да. вас. Да. Ну тогда в следующий раз. Извините, до свидания. До свидания.
Все, как... Мне уже жарко. Пойдем купаться? Мне кажется, я уже накупалась. Такая вода классная. Водичка просто потрясающая. Здорово. И на пляже ни души. Ну да, как сказать ни души. Посмотри, там местный мачо забирает. Ой, мам, я могу и купаться, и фотографировать. Вот увидишь потом, как я вас с тетей Ниной красиво сниму. Привет, девчонки. Привет-привет! У нас тут не только девчонки, но и мальчик. Ну и меня возьмите к себе в мальчика. Да и разве можно оставить таких девчонок одних? Мам, есть что попить? Есть. Так знала, что пригодится. О, вот это я удачно зашел. Ну мы домой похромали, наверное, сейчас до аптеки. Глубоко порезал ногу. Да, сильно. Ну идите. Ох, уж этой женщины умеете раздуть из ерунды такую проблему. Ну идите, раз так. А мы с Тинком еще посидим.
общем, я вчера ходила на концерт. Как классно провела время, вообще здорово. А Настя? Да, да, конечно. Вообще офигенно. Мне очень понравилось. Не надо. Что не так? Не надо. Не надо. Ну не так же сразу. Всему должно быть свое время. Давай просто завтра в кино, наверное, сходим. Хороший фильм идет, кстати. Чем тебе это место не нравится? Море, пляж, никого нет, луна светит. Ну это да, но просто я не могу так сразу, понимаешь? Я думал, не могу. Ты сама этого хотела? Ты что заднюю включаешь? Понять не могу. Я сама этого хотела? Да кто ты такой вообще? Да у тебя не гроша за душой, да ты лошара просто. Я лошара? Пожалуйста, проходите.
Братишка, привет. Слушай, как там Надька моя? Как поживает? А ты про жену вспомнил? Как вспомнил, так и забудешь. Уж она тебя точно. Это как? Да уж не скучает Надька-то. Поговаривала, вот она замуж собралась. Да с другой стороны, ты-то сколько лет уже, как говорится, не при делах. В смысле замуж собралась? Я ей развода не давал, у нас сын. Как не дашь-то? А тебя как бы и нет. Сыну-то уже 15 лет. Я не понял, ты за кого бакланишь вообще? Ты не кипятись, а лучше вспомни, кто у нее в паспорте как муж записан и как твоя фамилия теперь. Слушай, Калек, а помнишь вот дело Никитина? Он еще пару месяцев назад заяву тогда написал, а требовал свиданку с женой. Мы еще тогда поржали с тобой, жены у него вроде никакой нет. Он говорил, что Цыганова у него жена. Да отправляли запрос мы по месту жительства, да, Цыганова, жена Цыганова, муж у него Цыганов. Документы пришли там, по-моему, сейчас посмотрю. Фотографии вроде присылали, сейчас глянем. Ну вот. То же самое лицо. Брат-близнец. Сто пудов. Вот это дела, ничего себе. Нормально мы с тобой попали, Коля. Так что получается? Еще один Никитин у нас или Цыганов? Угу. Век живи, дураком помрешь. Будем разбираться. Даже не верится, что мог убить кого-то, если только взглядом. Ты нормально? Он сторожа избил и поджег. Пока его искали, паспорт под чужую фамилию сделал. Потом девушку убил на море. Уже успел отсидеть. По строгачу 7 лет. Под поддельным паспортом. А тут раз, и его хлопнули. Сразу, не отходя от кассы, прямо за решеткой. А как узнали его настоящее имя? Да он сам спалился. Накатал заяву на встречу со своей бывшей женой, а она под его настоящей фамилией. Думал, за давностью лет убийство на конечном ему с рук сойдет. А тут стали проверять личные данные, фотографии, дело до ДНК дошло.
И выяснили, что никакой не Никитин, а Цыганов. И уже вон сколько лет в розыске. Сколько лет получается? Лет 15? Я тогда только в школу пошла. И все равно он симпатичный. Ваш комментарий по делу Цыганова Никитина. За совершение преступления в 1998 году Антон Голованов был практически сразу задержан. Судом в отношении него вынесен обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. После совершения преступления Григорий Цыганов скрылся и был объявлен в розыск. Он изменил анкетные данные и проживал по поддельному паспорту. Под чужими анкетными данными он совершил еще одно убийство. По заключению судебно-медицинской экспертизы 10 августа 1998 года, согласно которому Старожуку Ф.И. причинены множественные колотые раны шеи, конечностей, ушибленные раны полосистой части головы, одно проникающее колотое ранение передней брюшной полости стенки без повреждения внутренних органов, открытые проникающие колотые ранения черепа с повреждением вещества головного мозга, осложнившихся тромбоэмболией легочной артерии, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью Старожукову Ф.И. по признаку опасности для жизни и наступления его смерти в центральной районной больнице. Расправившись со сторожем и убедившись, что он не подает признаков жизни, преступники забрались во двор и угнали двух лошадей, ускакав с конюшни на них верхом. Наживой для двух негодяев в результате этого нечеловеческого преступления стали 1500 рублей. Именно за эту сумму, втрое дешевле рыночной, подельники продали двух украденных лошадей в ближайшем селе и почти сразу же все пропили в кафе. Сторож конюшни расплатился за встречу с отморозками собственной жизнью, практически заживо сгорев в стоге сена. Он просто дежурил в ночь и выполнял свои обычные мирные обязанности. Жестокость этого преступления поражает настолько же сильно, как и его бессмысленность. Логично в этой истории лишь ее завершение. Тогда, в 1998 году, Антона Голованова почти сразу же задержали. Он был осужден на 15 лет. Григорий Цыганов скрылся и был объявлен в розыск. Возмездие настигло его через 15 лет. Умудрившийся поменять фамилию и паспорт, долгое время скрывавшийся от розыска и успевший совершить еще одно убийство, преступник был найден. Он зря рассчитывал, что за давностью лет убийство на конюшне уже позабыто и ему ничего не угрожает. Сколько веревочки не виться, а конец обязательно будет. Наказание, хоть и не сразу, но нашло виновника. К тому моменту он уже отсидел в колонии строгого режима 7 лет за убийство девушки на пляже и подумывал о свободе. Обнаруженное и доказанное следственными органами злодеяние на конюшне добавило преступнику еще 7 лет за решеткой. По совокупности преступлений общий срок составил 14 лет.